Добрый вечер, спасибо большое. Сегодня прошел потрясающий показ, на мой взгляд. Действительно, мы выполнили очень большую работу. Наши олимпийцы полностью экипированы. Сегодня можно было это увидеть. И, конечно, я хотела бы сказать пару слов о нашем вдохновении. Вот, потому что вдохновение живет не только внутри нас, но и также внутри наших спортсменов, благодаря которым мы смогли создать эту прекрасную коллекцию. Также вы могли сегодня увидеть, что на некоторых куртках изображены карта, это география нашей страны, которой мы, конечно же, вдохновляемся. Мы хотим, чтобы нашим спортсменам было уютно, тепло, они знали, что рядом с ними на играх присутствует вся страна. Также хотела бы отметить, что у нас не только присутствует в коллекции цвета темно-синий, красный и белый, а также цвет цин. Это в китайской культуре, это цвет силы, энергии наших спортсменов. Мы от компании «За спорт», конечно, пожелаем им только удачи и ждем их с олимпийскими медалями. Спасибо большое всем сегодня собравшимся. Действительно, уникальное событие для нас. Совсем скоро начнутся Олимпийские игры в Пекине, и я раньше не сомневался, но сегодня полностью в это уверился, что спортсмены наши будут благодаря творчеству Анастасии и ее команды будут самыми красивыми, самыми стильными, самыми эстетично выглядящими спортсменами на грядущих Олимпийских играх. Опыт нашей работы в предыдущий период подсказывает, что спортсмены, безусловно, воспримут с большим энтузиазмом эту экипировку, эту форму. Скажу почему. Потому что впервые в нашей практике, впервые в практике Олимпийского комитета России, исполком Олимпийского комитета доверил финальную доработку формы нашим спортсменам, нашей комиссии спортсменов, которые вместе с Анастасией дорабатывали, так сказать, какие-то элементы, которые с точки зрения спортсмена будут наиболее удобными, наиболее для них комфортными. И поэтому я уверен, что этот замечательный опыт, он будет востребован не только перед этими играми, но и перед следующими играми, которые состоятся уже в 2024 году в Париже. Поэтому я очень буду рад, что та победная традиция сохранится, и наши спортсмены в той экипировке, которую сделали за спорт для нашей олимпийской команды, выступят так же успешно и так же удачно, как наши спортсмены на недавних играх в Токио. Безусловно, то вдохновение, которое черпали мастера за спорта, они передадутся нашим мастерам спортивным на спортивных дорожках, спортивных склонах, катках, аренах, которые вскоре мы будем наблюдать в замечательном городе Пекине на Олимпийских играх. Я считаю, очень удобная экипировка, так как я не первый раз участвую в разработке экипировки и сама лично на летних Олимпийских играх ее протестировала, можно так сказать, везде использую. В общем, я думаю, экипировка получилась целостной, разнообразной и достаточно удобной. Особенно парадный костюм.